Привет. Значит, это у нас замки мультилок 7 на 7. И инструмент к нему. Значит, сама импрессия. Замки эти открываются не все. Вот у меня 7 замков. Значит, вот эти 4 модели у меня открылись. Вот эти 3 не открылись. И одна модель, интегратор, она также не открылась. Ну, может, как-то там поиграться с фольгой, поэкспериментировать, откроется, ну, не открылось. А вот эти, значит, 4 модели, вот новые модели сейчас, которые идут. Вот новый замок, это старый, это вот, так скажем, средний. Эти все замки открылись, сейчас продемонстрирую. У этого замка есть такой, как бы, конструктивный недостаток. У него есть один стальной пин, который всегда глубокий. Значит, вот он. Здесь он тоже четвертый. И, значит, прежде чем открываем, смотрим оптикой в замок, определяем какой-то пин. Он может быть первый, второй, четвертый, последний, предпоследний, какой угодно. Его продавливаем вот такой формочкой и пробуем открывать. Сейчас я покажу все. Значит, замок, вот он ключ. В этом замке этот стальной пин предпоследний. Вот он. Значит, будем использовать готовую фольгу. Можно пробовать листовую. Ну. Перелажу на рабочую часть. В инструменте, кстати, есть интерактивный пин. Он здесь прорезанный. Но замок этот у меня не открылся. И сразу, то есть нам это облегчает открыть замок. Продавили его. Пробуем. Вот так вот. Быстро. И здесь как бы качаем вот так вот, ну, сильно. Если медленно будем качать, замок будет попадать в антипикинг. Сейчас еще один замок откроем. Единственное, после такой манипуляции слегка под, ну, уже замочек так подклинивает. Ну, слегка. Значит. Здесь у нас стальной пин второй. Ну, в замок, если посмотреть, это хорошо будет видно. Не дожал этот пин. Из-за него не открывался. И все, попал в антипикинг. Да. Сейчас попробуем открыть третий замок. Здесь четвертый.
В общем, вот так это они открываются. Нелегко, но открываются. Еще остался замок, я его сниму на втором видео.